Сюнецинера мернельмен, бац Алиевин, вошми биджашк чентало. Сюникцы умрут, но никак не отдадут Алиеву коридор. Кто бы ни подписал это, мне кажется, жители нашего Сюника настолько сильные люди, что они сами своими руками свернут шею тому, кто должен это подписать. Какие уступки? Что он уступает от Сюника? Что у нас есть, чтобы отдать? Допустим, отдадут и это. А дальше что? Зачем нам тогда жить? Турки пришли и живут в нашем доме. Какие еще уступки? Не может быть и речи об уступках. И речь не только о Сюнике, но и о всей Армении. Все, что можно было, уже уступили. Больше нечего. Есть не имеющие отношения к границе люди, которых спрашивают, и непонятно, что они отвечают. Я не хочу, чтобы с нашими соотечественниками случилась беда, но эти люди должны оказаться в этом статусе, на себе почувствовать, что значит жить в приграничном районе. Чтобы они вывели своего ребенка на балкон и увидели, как турок проходит перед их домом. Для них уже станет ясно, они уже почувствуют, что делают с нашей нацией. Что только не пишут друг другу, не пишите, приезжайте и отстаивайте. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.